Подожди, подожди, не спеши. Не спешу. Такого я еще не видел. Давай следующий. Не, следующий без меня. Ну его нафиг. Попробуем подключиться здесь. О! Подключаем перфоратор. Светит нормально, значит все в порядке. Сверлим первое отверстие. Прочищаем дюбелечек, пропиленчик. Затолкаем. Деревяшечка. И прикрутим. Пошло. Пойдет, пойдет. Прочистим дюбелечек и прикрутим здесь. И вот что у нас. И вот что у нас получилось. Теперь Сашко нарежет полочек, и все будет окей. Завтра продолжим. Привет, друзья. Продолжаем тему. Заниматься. Сегодня Сашко, кажись, освоил электролобз. Так что же лучше? Лобзик или болгарка? А? Лобзик рвет. Рвет? Видишь, рвет как лобзик. А болгарка? Но да, если под линейку делать лучше. Нужна специальная пилочка. Но пилочки дорогущие. И на таком ДСП они быстро сидят. А у нас пилочка обычная, с крупным шагом. Афиногенно. У меня бы так не получилось бы. И смотрим, что тут Александр напилил. И что же? Да нормально. Да нормально, класс, все отлично, все класс. Ну, все. Слушай, ну ты просто ювелир. Ты просто снайпер. Да, сойдет. Сойдет за третий слот или не сойдет? Только предупредить надо, чтобы тяжелого не ложили, а то будет бобо. Сюда мы забьем гвоздик. Ёлки-палки. И сюда мы забьем гвоздик. Вот так. Продолжаем.
черканул по стенке или нет? Нет, нормально. Точно так же и здесь. Раз. И еще раз. Гвозди мои личные. Принес из дома. Поехали. Да, только ровненько под прямым углом. Пусть смотри, не промахнись. Свяжем дырочку. Саморезик, саморезы мои личные, из моих личных запасов. Точно так же здесь. Если бы вы знали, как меня достала эта халтура. Опускаюсь с каждым днем все ниже и ниже. И что-то мне подсказывает, что скоро финиш. Ай, ё-моё. Меня это достает. Вот такой гвоздик. И делаем вот так. Полочка не туда, не сюда. Еще сделаем вот здесь. Придумать, что сюда складывать. Да. Ну, я думаю, вы найдете, что туда складывать. Проверяем. Почти тютелька в тютельку. Следующая. Тоже почти.
И здесь тютелька в тютельку. И на этом мы закончим. На сегодня все. Всем спасибо. Ставим пальцы. Обязательно комментарий для поддержки канала. И всем пока.